Всем привет. Хожу вот по лесу. Мороз на улице. Ну, правда, не очень сильный. Всего минус один. Ну, так сыро. Ощутимо холодно. Смотрите, что. Ламулина. Бархатиста. Ножковая. Красавица. Есть грибочки. Есть. Свеженькая. Ножка аж прозрачная. Шляпка такая вся нежно-нежно. Прекрасная просто. Вот. Недавно вылезла. И очень много малышей. Идет снег. Вот крупинки снега. 25 сегодня октября. Ну так, прям уже реальный мороз на улице. А вот еще такая вся замерзшая. Нож можно не доставать. Все замерзшее. А вот эти грибочки, это шампиньон лесной, тоже замерзший. В общем, пока я пыталась найти грибы за 3-9 земель, они спокойно себе росли вот здесь, в 5 километрах от дома. Заберу, конечно. Надо же, такая радость. Шампиньоны. Благушки это называется. Отлично. Смотрите-ка, что есть. Зонтики. Зонтик. Удивительно. У меня такой богатый лес прямо возле дома. А я все куда-то еду, в какие-то дальние дали. Глупая женщина. Вот шампиньон. Зонтики. Ламулина. Вот, кстати. Вот. Прям совсем-совсем малюсенькая. О, да мне тут будет чем заняться еще на ползимы. Красота. Вот такое попалось бревно. Вот так у меня в корзинке. Пополняется зонтик краснеющий, целых 3, такой отличный просто. Благуша вот тоже краснеет на срезе. А вот попался мне такой редкий в этом году польский гриб, целых 2. Во какие. Замороженные, конечно же. Даже не продавливаются. Такие ледышки. И эти, как их, фиолетовые рядовки. Тоже здесь, оказывается, выросли. Давным-давно и благополучно состарились. И замерзли. Даже чистые. Вот. Такое место. Вот еще. Тоже фиолетовые. А вот зонтики. Под бревнами. Не знаю даже. Брать, не брать. Старые, похоже. Чистые. И вон еще. И вот еще. Вот такой лес рядом с домом у меня. Почему никто не ходит, интересно? Вот еще один полячок рядом, свеженький. Тех, конечно, тоже забрала. Вот. И вот он еще.
себе. Бодренький и даже мягкий. Не замерз. Сидел во мху. Вполне себе свеж. Такое местечко. Чудное. Очень много формулины вот такой вот. Малюсенькие. Они вот прям маленькие. Они в диаметре меньше сантиметра. Шляпки у них. Вот. С этой стороны бревна то же самое. Малюсенькие. Таких много бревен. Конечно, можно взять, но ее сваришь, что останется. Вот еще. Вот эти точечки. То же самое. Фламка. Вот. Вот на этом же самом бревне есть уже вот такое вот. Можно взять. Вот. И есть уже вот такие вот прям уже потемневшие. Это уже старые, наверное. Хотя, ну да, черное-черное все снизу. Не знаю, вполне себе съедобно. Можно брать. Так. Во, какой попался кустик. Красивенный. Вообще. Великолепнейший. Ледышечки. Вот попалось мне такое бревнышко. Тоже замороженное. Нога бархатная. Даже замороженная бархатная. Такая красотень. Вот, сколько ее здесь. Обалдеть. И вот рядом пенек. Тоже. Тоже весь в грибах. И еще вот такое вот бревнышко мне попалось. Такое вот. Все в грибочках. И вот с этой стороны то же самое. Вот. Корзинки уже места нету. Корзина у меня сегодня большая. Не зря я ее взяла. Так, неожиданно. Насобиралась мне грибов. Так что есть еще грибы. Можно ездить. Мороз нам нипочем. Ладно, всем пока. Еще пособираем.